Всем хорошего вечера, друзья. У нас уже вечер. Такая девочка моя ласковая, хорошая. Сегодня дочки вышли посмотреть. Не подходила. Видите, как она меня уже знает, и все, и бежит. А дочки вышли, они быстро все на лыжи. Так, я хочу это видео посвятить коротко и быстро, так как несколько комментариев мне уже писали. Люди не знают, что такое ярочка. То есть и баранчик, видимо. Ярочка — это вот девочка. Вот ярочка. Вот ярочка. Это баранчик, мальчик. То есть овца катит баранчика, мальчика. Или ярочку, девочку. В овцеводстве это так называется. Если у человека мальчик-девочка, то у овечек это называется ярочка и баранчик. Так, прекращай меня тут дергать, пожалуйста. Малышня улеглась, только что я приходила, они тут скакали. Все добавила, все проверила. Все хорошо. А котов нет сегодня. Но кто его знает, еще не утро. У нас, не знаю, часов в 5-6. Поэтому еще до утра еще 100 раз приду, проверю. Сегодня мороз не такой сильный. Намного меньше. Если вчера было минус 33, то сегодня где-то 16, может. Вот так, легче уже. Поэтому вот такие дела. Чего сено взяла на голову? Ладно, всем хорошего вечера. Всего доброго, пока.